Где, мадам? Где, где? Ну, я не знаю, где здесь, там. Ничего. У вас слуховая галлюцинация. Это я. Немного ли сахару? Совсем нет. Фу. Эй, какой хитренький. Я не хитренький, я влюблённенький. Ладно, ладно, влюблённенький. Ты забыл, что ты обещал мне сделать вчера? Вчера? Что я должен был сделать вчера? А вчера ты должен был сделать то, что ты должен был сделать сегодня. Да, а что я должен был сделать сегодня? А сегодня ты должен был поговорить со своей мамочкой. Мари, Мари, ну ты же знаешь мою мамочку. Боже, ну что вы мне морочите голову? Я? Это же из 16-го номера. Боже, месяц, месяц, как поселилась у нас эта дама. 2 недели только, мадам. У вас склероз. Или как это по-вашему... Галлюцинация памяти у вас? Наверное. Нет, кошмар. Я выселю эту тетку. Я ее сейчас просто выселю. Мое сердце! Где оно? Я умираю! Что? Ю. Как? Пеликанчик. Я. Что с вами? У меня сердце. Сердце? Да. Я. Где оно? Я, пожалуй, прилягу. Ой, миленький пеликанчик. Ну, не умирайте. Я вызову врача. А вы знаете, вы правы, сахара действительно мало. Да я же сказала, совсем нет. Да. Мари, ну, Мари, ну... Мне надоело быть дамой Мари, 16-го номера. Мари. Пусти. Мари. Пусти. Мари. Ах, Тони, ты даже не представляешь, как я боюсь твою мамочку. А вдруг она сюда войдет? Не бойся. Пеликан нам даст сигнал. Думаешь, даст? Даст. Пеликанчик, дай стаканчик. Открой ротик. Открой ротик. Пеликан. Что? Что такое? Что это? Это у вас галлюцинация слуховая. Это у вас склероз. Слушаюсь. Не притворяйтесь, вставайте. Все. Держите. Все. Мари, мамочка. Мамочка. Мари. Мамочка. Мамочка. Нет, сейчас я эту тетку выселю. Она у меня просто вылетит. Что это значит? Пеликан! Да, вы получили приглашение на ужин? Получил. А вы? Да. Сегодня утром. У вас прекрасная посадка. Крепкая рука. Благодарю вас. Вы брали уроки в Венской школе верховой езды? Не совсем. Но у меня была хорошая школа.
Я слышала, князь всем обещает какой-то сюрприз. Он очень любит шумные истории. Вот как? Мне не хотелось бы принимать в этом участие. А как вы? Я не могу отказать князю. Мы с ним друзья. Но если вы не приедете, мне будет грустно. Как волшебство старинных дней меня к ней влечет. Моя любовь меня сильней, и разум не в счет. Когда раскроется обман, не все ли равно? Мне только этот дивный стан любить суждено. Ну а пока построил я дворец из песка. Мираж, мираж, любовь моя, ты так далека. Взгляните, как необычно все вокруг. Тишина. Ни души. Только вы и я. Если бы можно было остановить это мгновение. Это как сон. Как сказка, в которую трудно поверить. И кто же я в этой сказке? Мне уже пора. Вот уже месяц, как мы знакомы, и каждый вечер именно в этот час вы меня покидаете. Я вас прошу, останьтесь. К сожалению, это от меня не зависит. Но почему? Так. Дополнение к основному завещанию. Если моя супруга, княгиня Палинская, в течение года после моей смерти, а год, между прочим, уже кончается, увы, не найдет себе избранника по сердцу с титулом, согласно моему первому завещанию, я, граф Палинский, во имя моей дружбы с бароном Беком, которому 100 лет. Так, хорошо, это хорошо. Так, вручаю последнему этому быку судьбу моей жены. Прекрасно. А так, нет, не прекрасно. В противном случае она лишается всего. Все состояния. Всего. Так, нотариус фон Штам. Нотариус фон Штам, а? Правда, Меренька? Правда. Хорошо. Все хорошо. Так, штиль. Да. Брус. Не ори.
унесешь этот пакет и передашь графине Паринской, по моему сигналу. Сигнал будет такой. Мяу! Кайзайзен, мяу! Так тихо! Ну, тихо! Мяу! Мяу! Ого! Ну, ну, давай, давай, брысь! Есть брысь! Эй, гусар! Эй, гусар! Если боли веселись, пока не стар! Эй, гусар! Эй, гусар! Знай, что меня подлаждает сердце жар! Любви все безусловно мы, успехом избалованы, и если нам красавица нравится, долго мы не ждем. Откладывать признание нет смысла, нет желания, одной лишь нежной фразою сердце сразу мы в плен берем. Эй, гусар, веселись, пока не стар. И знай, что время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви счастье лови. Помни, что ты не наром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастье не жди. Счастью навстречу иди. Твердить как можно меньше нам, о чувствах надо женщинам, и это без сомнения мнение каждого из нас. Этому противиться, тому не посчастливиться, внушали это каждому не однажды, но всякий раз. Эй, гусар, веселись, пока не стар. И знай, что время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви счастье лови. Помни, что ты не даром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастье не жди. Счастью навстречу иди. Прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастья не жди. Счастью навстречу иди. Эй! Господа гусары, прошу откушать. Больно выдумку хитра. Принц за вас. Я думал, что вы штатский, очень рад, что вы с нами. Принц всегда с нами. Это мой лучший друг. Да, вы, значит, мы с ним познакомились в путешествии. Да, 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 там, где кончается география и начинается море. Море, море. Как, там наверху, как, да? Как называется? Нет, нет, внизу, куда наверху? Как называется это? Кинчелло. Кинчелло! Тогда вы должны знать барона Вернера. Да, да, конечно. Вернер. Знает, знает. Барона Вернера знает? Да. Ну, барон Вернер. Да. Высокий, высокий, блондин, лысый. Знает. Да ну что вы, маленький, наоборот, маленький и вот, вот такой вот, да. Черный масти. Вот, да. Вот похож. Черный масти? Как? Ах, ах, черный масти? Да. А, да-да-да-да, правильно, правильно. Он какой-то имеет какую-то возможность, становится маленьким, маленьким, маленьким. И таким черненьким, черненьким, черненьким. Пацаны, все зимой. Принц, вы тогда, наверное, и баронессу знаете?
О, баронесса. Да. Делает вид, не знает баронессу. Ну, баронесса. Зачем ты это делал? Баронесса, она чувствует себя прекрасно. Ну, слава богу. Прекрасно, в особенности, когда зовется и выкрасится. Грузит прекрасно. Да, баронесса, это любимая кобыла моего дядюшки. Вы что? Кобыла? Кобыла? Ну, ладно, здравствуйте. Ну что, вот перепутали кобылу с баронессой. Да, действительно, кобыла. Ну что, ну и что кобыла? Ну и что кобыла? Ну как то есть что кобыла? А что, кобыла! Ну, вот так, это что? Любимая кобыла моего дядюшки. Ну вот она, любимая его дядюшка, может с ней делать все, что хочет. Он может ее выкрасить, ну, выгладить и закрутить. И вообще еще даже побрить. Побрить? Он все можно. Давайте, давайте, давайте выпьем. Давайте, давайте выпьем. За кобылу, за дядюшку, за это бурлетик. За любимую кобылу моего дядюшки. И красненький. И в крапинку. Графиня, палец. Героиня нашего романа. А? Я рад, что вы приехали. Влюблена. И не скрывай этого. Забудь правила хорошего тона. Говорите, говорите что-нибудь. На нас все смотрят. Не обращайте на это никакого внимания. Я не могу забыть наши прогулки. Вспомните. Вокруг тишина. Ни души. Ни души. Только вы и я. Вы и я. Только вы и я. Вы и я. Тишина. Мне кажется, что мы с вами давно-давно знакомы. Я знаю ваш голос, ваши глаза, вашу манеру вот так держать голову, ваши руки. Но это было так далеко, как во сне. Встречи забыл, но помню расставание. И вновь я мечтал, но светлый миг свидания как чудо манил, и все же не приходил. Важно не то, что было и казалось, пускай не сбылось все то, о чем мечтала. Но годы прошли, и вновь любовь осталась, и будет она отныне нам верна. И старый, и новый я свет узнал, красавиц везде встречал. Но тщетно повсюду ее искал. Чтоб ваше сердце покорить, наверно, сказочной принцессой надо быть. Принцесса, принцесса, заветная.
как ты, стройна, как ты, нежна, как ты, но это ты. Кумир мой, кумир мой, ты должен, как ты, умен, как ты, красив, как ты, но это есть ты. Представьте себе, этот мистер Икс каждый день присылает мне букет роз. Как? Этот циркач? Не судите его строго. Он влюблен и даже не скрывает этого. А вы верите в то, что у шута тоже может быть сердце? Не ревнуйте меня к этому клоуну. Ничто не стоит вашей печали. О, мир мой, о, мир мой, ты мне улыбнись, согрей теплом своей души, улыбкой светлой озари. Кумир мой, кумир мой, как дорог ты мне, мечта сбылась, любовь зажглась, мы вместе сейчас. Извините. Хорошо. Пройдемте в мой кабинет. Да-да. А ты стой здесь. Угу. Я поздравляю вас, друг мой. Вам прекрасно удалась эта роль. Графиня просто влюблена в вас. Она даже не подозревает, что это ловкая игра. Трюк Санта... Санта-Мортали. Я люблю эту женщину. И мне все труднее и труднее играть эту двойную роль. Да. Я очень устал. Расслабься. Расслабься. Выпей. Расслабься. Все пройдет. Все будет хорошо. Я все думаю, как же мне... Как сбросить с себя эту маску? А сбрось. Но я думал, что ты к ней привык. Нет. А? Нет. 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 Ага. Маска на арене — это честная игра, а в жизни... Ложь. 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 Но не сгущай краски. Не сгущай краски. Я обещал тебе помочь. Я помогу. А в сущности, что произошло? Что произошло? Ну, ошибка молодости. Мяу. Я найду момент. Я объясню ей все. И она все поймет. Мяу. Давай. Сиди. Жди меня в зимнем саду. И все будет хорошо. Мяу! О, князь! О, главная линия вашей жизни ведет к порогу нашего дома. Да. Наши линии не пересекаются. Что с вами, графиня? Это невероятно. Прочтите. Я читал. Я писал. О, не смею. Я вас прошу, прочтите это письмо. Угу. Барон Умбеком? Ай-яй-яй. Да. Лишиться всего состояния. Это ужас. А что, собственно, вас беспокоит? Как что? Вы знаете, сколько лет этому Беку? 100. Ой, через минуту вы станете Беконессой. И нет никакого выхода. Есть. Станьте моей женой. Вашей? Да лучше я останусь нищей. Упрямо, как норовистая лошадь. Но хороша, черт возьми, как хороша. Ну, графиня, вы сами толкаете меня на этот последний шаг. Графиня, время безжалостно, но есть еще один выход. Какой?
При чем тут часовня? Когда писалось письмо, вы были домой. Да. Когда вы получили письмо, вы могли второй раз выйти замуж. Могла. Да. Так вот считайте, что письмо запоздало, и вы сами сделали свой выбор. Да, письмо запоздало и было получено уже после моего замужества. Давайте венчаться. Со мной, а? Нет. Со мной. Князь. Ну, со мной. Нет. Приготовьте все для венчания. Что с вами? Я получила очень интересное известие. Ну и что же? Вот в этом письме мне навязывают еще одно небольшое замужество. И вы так просто говорите об этом? Да. Я выйду замуж сейчас, во время ужина. Да. Ну что ж, во время полонеза вы были еще свободны. Во время вальса вы замужем. А к мазурке вновь разведены. Да, вполне современно. Но есть одно маленькое препятствие. Какое? Мой избранник еще ничего не знает об этом. Как? Вы уже сделали выбор? Да, ведь через четверть часа я должна быть замужем. Но ведь ваш избранник ничего не знает об этом. А я подойду к нему. Положу руки ему на плечи. Обниму его. И поцелую. Вы верите мне даже после того, что рассказал вам князь? Разве может кто-нибудь помешать нам? Ведь я люблю вас. Проверьте сами, может быть, любовь, как пламя, вспыхнет и угаснет, и не в вашей власти будет удержать призрак счастья. Ох, мне странный ваши приход, и что нас ждет, скажем, часом со всеми, любовь.
тобой, видишь их? Да. Имаше ли произволение благое, непринужденной твердые мысли, поятие себе мужа сего егожа пред тобой, если видишь их? Да. Вручается раба Божия, рабу Божию во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Никто и никогда не сможет помешать. Никто и никогда. Сегодня слово я сдержу и свой сюрприз вам покажу. Скажите, милый князь, что приготовили для нас вы в этот поздний час? Программы необычной я вас удивлю, мои друзья. Я знаю, ранят очень глубоко сердца мужские, девушки в трико. Но стрела мура сладкий яд, я приятен всем, как говорят. И потому я цирка класс, я цирка класс продемонстрирую сейчас. Отвернулись, отвернулись, отвернулись. Але! Хоп! Пускай веселятся, но скоро смеяться настанет мой черед. Разрешите мне, принцесса, вас почтительно поздравить. И как свадебный подарок мужа вам портрет представить. Маэстро! Фигляру знаем цену. Кричим охотно, бис. Пред вами принц Авены. При чем тут мистер Икс? Мне непонятно, в чем секрет. Зачем подарен мне портрет? Господин директор, объясните всем и этой даме, в чем тут секрет. Принца мы пленили с ним, вы решили судьбу свою связать навек. Но ведь принц и мистер Икс один и тот же человек. Позор какой скандал, ну кто же это ожидал? Ну, верно, вы сошли с ума! Все это выдумка моя, а этот принц простой циркач. Он ловко мне здесь помогал. Пикантную шутку и вас наказать, принцессою цирка назвать. Он сейчас сказал, на что так жестоко отомстить? Как он ее назвал? Мой принц, почему вы молчите? Вам никогда совсем не являться сюда, чем сделаться лживым паяцем и подлостью здесь пошляком развлекаться.
ужин в цирке ровно месяц тому назад. Так вот, тот вечер этот таинственный мистер Икс принял мое предложение и явился под именем принца Клари. Это был первый акт комедии. Сейчас перед вами будет разыгран акт второй. Неужели это правда, что ровно месяц назад вы приняли предложение, князь? Да. И все это время вы лгали мне. Да, я лгал вам. Но прошу вас, выслушайте меня. Вы все сказали. Вот ваше кольцо. Виновен я, прощения мне, увы, не найдешь. О, верьте мне, любовь моя, ни шутка, ни ложь. Я вас люблю, но счастья луч блеснул и погас. И должен я с мечтой моей проститься сейчас. Сорвался трюк, успеха нет, не место вам тут. Ступайте в цирк, вот мой совет, давно вас там ждут. Люблю тебя, уйду любя. Никто не властен над ней. Графиня, но это еще не все. Вам знаком этот конверт? Да, вы предлагали мне эти деньги. И получите его за свою работу, как мы договорились. Ага, не спеть. А теперь займите свое место на арене. Алле, на арене, алле, хоп, алле, хоп. Шут. Да, вы правы. Да, мое место на арене. Пусть я шут для вельмож, так что же? Вас порой горький смех тревожит. И любовь, и мечта у меня отнята. Так узнай, наконец, кто я. Вспомните скачки. Скачки? Да, да, скачки. Почему мне всегда казалось, что я знала вас, ваши руки, ваши глаза. Вы племянник моего мужа. Молодой граф Пальск. Потомок знатного рода. Да. А теперь прощайте. Знатен, богат я был, в мире блестящим жил, светскую маску я носил. Дерзок я был и смел, бросил я, что имел, маску бояться я надел. Маску
теперь я снял, просто с собою стал, счастье навеки потерял. Опыт не будет прок, моста на вечный срок, вот мой удел и тяжкий рок. Если я без маски, мне никто не рад. Если любят сказки, дальше маскарад. Маскара. Что им правда жизни, страсти и мечты? Всем понятней маски грубые черты. Без маски дороги. Только в нашем цирке места мне и честь. Маски без маски, всем я дорог здесь. Милая принцесса, слез не проливай. Исчезну я, забудь меня. Это циркачка. Хуже. Что хуже? Уж не влюблен ли ты в нее? Еще хуже. Не хочешь ли ты сказать, что вы помолвлены? Да успокойтесь. Мадам, они не помолвлены. Они женаты. Наша малютка Бомбина Мабель Гибсон. Мабель француженка. Гибсон. Нет, англичанка. Возможно, это последний ее сезон. Ну что же делать, пеликан? Одно благословить. Таинственнейший мисс
Он приготовил на прощание большой гран-сюрприз поприятного! Сиятельство, вы подлец. Заберите ваши деньги, можете их не пересчитывать. Таким негодяям, как вы, я возвращаю долги с лихвой.
Какой мужчина. Пора приглашать. Повыше, спасибо. Господа, ваше сиятельство. Да. Милости просим на открытие сезона в мой ресторан «Зеленый пеликан». О. А, прости, дорогой попугай. Зеленый. Зеленый попугай. Прошу вас. Милости просим и вас, мистер Рикс, на открытие сезона, который я посвящаю вам, вашему таланту и всему цирковому искусству в вашем лице. Итак, в 23:00 зеленый попугай. Коньяк чистейшей воды. Даме воды, а мне коньяк. Вам коньяк? Хотя я не пью. Вода, коньяк, слушаюсь. Да. Вы же знаете, что я не пью. Но ради такого случая можно. Так, о, даме вода. Приятного аппетита. Дорогие друзья. О, Карамелла Мим. Благодарю вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Разрешите считать наш сезон открытым. Я рада вам всем, господа. Надеждой общей собрались мы все сюда. Надеждой жизнь всем прожить, как легкий сон, где бал, где сплошной аттракцион, где каждый кого-нибудь влюблен. Цирковых буйных ярких огней сердца в ответ вдруг загорались у людей. Чудесным, светлым и сказочным огнем не фокус, а чудо было в нем любовью, мы все его зовем. Слушай, пожалуйста, можно вас попросить заказать 2 билета? Для вас, пожалуйста. Купе на двоих, Франц. Время? На ваше усмотрение. Время ночное, Франц. Направление север, восток, запад. Южное направление, Франц. Пеликан все понимает. Я служу здесь 25 лет. Это чувствуется? Возмутительно. Это все ваше упрямство, графиня. Он даже на вас и не смотрит. Но отказаться от приглашения было бы неприлично. Мало ли что подумают в обществе. Благодарю вас. Пожалуйста. Приятный голос. Воды, мадам. Благодарю. Коньяк. Вас.
Я не пью. Ах, да, вы уже говорили. Да я говорил вам об этом. А, говорили, говорили, месье. По телефону. Приятный голос. Разрешите я почитаю? Люблю почитать про себя вслух. Негодяй. А? Собирается выступить под своей фамилией и без маски. Ой, прекратите. В конце концов, мы с ним повенчаны. Он мой муж. Поближе к сцене. Согласитесь стать моей женой. Я сожгу вашу брачную запись. Я разрушу мечеть. Часовню. Часовню. И все обратится в шутку на балу. А если нет? Тогда вы действительно жена, а ваш муж скачет по всему белому свету, и вы принцесса цирка. Принцесса цирка? Нет, это невозможно. Конечно, невозможно. И вы виноваты во всей этой истории. Да, я. И я это сделал из-за любви к вам. Этикет выдержан. Пора. Одну минуту. Все в порядке, мистер Икс. Купе на двоих заказано. На самый ночной поезд в самом необходимом для вас направлении. Благодарю вас. Передайте, пожалуйста, эти билеты моему ассистенту. Она сюда придет. Она? Понял. Упал. О, уронили ножичек. Ножичек, ножичек. Так, прошу, стерильно. Благодарю. Коньяк? Нет. О, вы уже говорили. Франции не надо коньяк князю. Вы просили меня стать вашей женой? Я подумала и решила принять ваше предложение. Вот вам моя рука. Дорогая, с вами не соскучусь. Шампанского. Шампанского! За тем столом уронили ножичек, за этим вилочку. Стерильно. Благодарю вас. И надолго вы нас покидаете? Навсегда. Князь, обсудим маршрут нашего свадебного путешествия. Одно ваше слово, и вся география к вашим ногам. Вплоть до Кингчел. Почему я никогда не замечала, какое у вас мужественное лицо? Выразительные глаза. Какие длинные реснички. А эта складочка? Где? Вот эта складочка говорит о многом. О, я еще и не на то способен. Потрогайте. Пощупайте. О, если бы я знал всю эту программу заранее, я бы сразу накрыл на две персоны на полу. По-моему, дама охотнее поужинала бы с вами. Сделайте как-нибудь, чтобы этот тип исчез хоть на минуту. Ради вас, мистер Икс, старый пеликан готов на все. За даму из 16-го номера. Мой сын заслужил подзатыльник. Мамочка. Выпьем за Мари. Всегда только номер первый. Спасибо, мамочка. Надо мной и над тобою было небо цирковое. В небе том звездой моей мечты сияла ты. Ты подумал, видя это, что рано или котлеты. Твоя звезда и сальто, и корбет, и мужа вовремя отнес.
вот, хоть раз проделать смог. Простите, вас к телефону срочно, очень приятный голос. Какой голос? О чем вы говорите? Приятный. К телефону, их светлость. Извините, дорогая. Я сейчас. Дела. Дела. Воды, мадам, залиту. Ступайте, голубушка. Абсолютная тайна. Ваше сиятельство? Да. Это вы. А это я. Да нет, это не вы. Алло. Приятный голос. Ждите звонка. Ждите звонка. Мы счастья ждем, где оно, с кем оно, а счастье нас с тобой поджидает давно, а счастье в нас на миг живет. Кто любит, он найдет. Мистер Икс, благодарю. Прошу вас. Меня? Мистер Икс, мистер Икс. Мистер Икс. Мистер Икс. Примите наше поздравление, дорогой мистер Икс, и наш подарок. Пусть он станет вашим талисманом. Пусть эта маленькая птичка принесет вам большое счастье. Прошу вас. Наш зеленый попугай. Итак, прошу вас. Недавно я здесь бродил, как недолго я счастлив был, как недавно любви твоей обман надежд мне сулил океан. Безнадежно гляжу я вдаль, мне не развеять свою печаль, не потушить мне огонь в груди. Мне без тебя покоя не найти. Разве нам можно сердиться на вас, что мимолетен любви ваш час? Вы рождены, чтоб смеяться, чтоб увлекаться и плеваться подчас. Нас увлекает любовь, как волна, бездну бросает небрежно. Графиня, ну, наконец-то. Прошу вас. С удовольствием. Господа, господа. Мне очень жаль, но дама уже приглашена. Графиня, но следующий вальс со мной. По какому праву вы позволяете себе? По праву вашего мужа. Ревную? Спокойно.
намека. Сеньор, пардон. Пардон, мадам. Секунда. Тет-а-тет, господин Феррелли. Звери покинули вас. Они ушли из зоопарка все до одного, в планетарий, по-моему. Гранде катастрофа. Белиссимо. Нобелиссимо. Карамбо, си. Вот теперь си. Мерси, господин издатель, на вашем месте я был бы сейчас в типографии. Весь вечерний выпуск вашей газеты напечатан. Наоборот, заглавие посередине. Держите. Франц, бежим! Просите всех. За мной! Концерт окончен, ресторан закрыт. А за бутылку вы не заплатили, по-моему? Да. Да. Бывает. Дамы, господа, ротмистр галопом в конюшню. Что такое, пеликан? Пожар знаю я один. Простите, девочки, мадам. Алле, алле, дорогие. Благодарю, пеликан. Мадам, мадемуазель, хиромантия начинает сбываться. Ротмистр ждет вас. Как? С рысаками главный день вашей жизни ведет порог его конюшни. Я сейчас. Я вас ненавижу. Слышите? Ненавижу. Я не желаю вас видеть. Вы эгоист. Вы думаете только о себе. Вам аплодируют, вам кричат. Вы счастливы. А обо мне вы подумали? Я... Что вы? Я настаиваю бросить цирк. Вас шокирует то, что мое настоящее имя, оно же и ваше, красуется на афишах. Это вас смущает? Да я всякий раз умираю от страха. Вдруг вы упадете. Упадете и разобьетесь. Ведь я все-таки ваша жена. Объясните мне, вы, дорогая, вы обещали, графиня, вы перепутали, вы со мной собирались провести свадебное путешествие. И мы его проведем, но без вас. Моей, твоей, любовь всегда.
горько.